«Дай почитать». Здравствуйте, я Ксения Станиславовна Литерева, профессор Вятского государственного университета. Общеизвестный факт, что Анна Ахматова проводила со своими гостями тест «Чай или кофе», «Пастернак или Мандельштам», «Собака или кошка», сама была любительницей собак. Считала, что так называемые собачники, пусть и не очень затейливые и не эксцентричные люди, но зато надежные и верные. Вот и австралийский писатель Брэдли Тревор Гриф, автор бестселлера «Когда тебе грустно», тоже уверен, что собаки – социальное животное, что они добры по своей природе, что они учат людей терпению, что собаки приспосабливаются к нам, и им нужна наша любовь. А вот кошки асоциальные хотят от людей только еды, испытывая наше терпение. Собственно, именно это и доказывает чудесно изданная книга с потрясающими фотографиями Рошель Хейл «Почему собаки лучше кошек». Сам Гриф – любопытная личность. Его книги – особый жанр, так называемые фотокниги. Фотографии животных снабжены философскими и ироничными высказываниями и комментариями. Он с большим юмором и огромной любовью пишет о вечном противостоянии кошек и собак, считая, что мы, к сожалению, живем в эпоху кошек. Их в мире на 200 миллионов больше, чем собак. Только в США их больше на 20 миллионов, а в Китае на 30 миллионов. Гриф открывает божественную истину, долговечную, как монолитный камень доисторических времен. Собаки лучше кошек. Они открытые и дружелюбные, социальны по своей сути, хотят дружить, видят в каждом лучшее и с радостью готовы узнавать максимум возможного о любом, кого встретят. Для них понятие «семья» имеет жизненно важное значение. Собака счастлива, если все члены семьи находятся в безопасности и не расстаются друг с другом. Жизнь без собак слишком ужасна, чтобы даже думать о ней. Что станет с человечеством без собачьего абсолютного доверия, страстного желания помочь и жизнерадостности? Бездонная пустота, без любви и надежды. А многое в мире как раз и держится именно на любви и надежде. И да, добросердечные люди любят собак, а собаки любят добросердечных людей. Ноль плюс. «Дай почитать».